Привет всем, меня зовут Доминик, и сегодня будет очередной видеообзор, посвящен он будет пулемету BoxGun, который доступен Forge из Mini-Me, и на это потребуется одна реплика Palit. Я должен был вместо этого обзора первым делать на Toygun, но с Toygun там вышла небольшая лажа. Я записывал аж 3 видеоролика, но с каждым происходила какая-то лажа, очень большие лаги были, поэтому Toygun оказался неким таким проклятым. Поэтому из того, что есть у меня, я попытаюсь собрать хоть какое-то видео, там не будет очень большого количества фрагов, но хоть что-то будет. Итак, возвращаясь к BoxGun, это, кстати, первый обзор пулемета от меня, и причем на карте, как вы видите, Dark Forest, которая многими нелюбима из-за того, что известно, в лесу бродят партизаны, и они нас будут убивать. Вот как раз здесь такая же фишка, что очень много кемперов, которые прячутся за деревьев, а если вы с респа, вот я играю за команду Браво и за команду Альфа, если вы с респа выходите, то на боковых проходах, получается, точнее, перед боковым проходом, открытое пространство, и поэтому вас очень часто убивают. Так что учтите, если будете играть на этой карте. По поводу пулемета. Пулемет этот очень классный, мне очень понравилось. По характеристикам, дамаг у него 49, подвижность 43, скорострельность 80, точность 63 и отдача 66. Это первый пулемет, с которым мне действительно понравилось играть в режимах Elimination против реальных противников, а не НПС, потому что этот пулемет обладает рядом преимуществ. Это кучность стрельбы, она здесь очень высокая, и меткость, я считаю, что при правильном подходе можно раздавать неплохие хедшоты. И отдача здесь практически неощутима, ну, лично для меня, по сравнению с остальными пулеметами. И, как вы видите, скорость перезарядки здесь довольно высокая. Здесь, как у большинства пулеметов, нету оптики, но она, по моему мнению, и не нужна, потому что это оружие, по большей части, для ближнего боя, ну, может быть, даже для средних дистанций, потому что здесь все преимущество это в количестве патронов, 100 на 100. При доп маге, точнее при экстендед маге, может быть 150 на 50. Поэтому с этой пушечкой я говорю, что можно неплохо раздавать. И если вы любитель подобного оружия, я советую прикупить мини-ми на длительный срок и сделать из него вот этот вот чудесный пулемет. Так что по обзору с этим оружием, я думаю, буду завершать. И, как я говорил, что следующий постараюсь сделать Toygun из тех огрызков видеороликов, которые у меня есть. Так что всем спасибо за просмотр, счастливо!